Дубасары, школа гребли. Иван Владимиров – воспитанник Тираспольского училища Олимпийского резерва. Накануне вернулся домой из Азербайджана. Там проходил международный чемпионат по гребле на байдарках. Участвовали около сотни спортсменов из 12 стран – Венгрии, Грузии, Италии, Турции, Польши, Казахстана и не только. Иван взял золото на дистанции 500 метров и серебро на дистанции 200 метров, возрастной категории до 14 лет. Я очень благодарен своим тренерам за то, что они меня воспитали, за то, что давали стимул дальше тренироваться, поддерживали. Ивану 14 лет. Сначала занимался настольным теннисом, но понял, это не его вид спорта. И 5 лет назад пришел в греблю. Спустя месяц тренировок стал побеждать. Сначала своих сверстников, потом и тех, кто старше. Дальше были победы на республиканских соревнованиях, чемпионатах Молдовы. И вот первое участие в международных соревнованиях и первые победы. На 500 метров я прошел за 2:07. Из самых таких сильных конкурентов это был казахстанец. В финале он ехал, и у нас длилась борьба первые 350 метров, после чего там уже кто как закислится, у кого как мышцы закислятся и кто как устанет. Я потерпел и доработал до конца. На 200 метров время было 43 секунды. Это неплохой результат, как я считаю. Моя проблема была в том, что была боковая волна, меня сильно шатало и немного нервничал, поскольку в полуфинале мы ехали до самого финиша по носам. И на финише только фотофиниш нам дал понять, кто выиграет. Иван Владимиров пока отдыхает, скоро начнет готовиться к новому сезону. Юный спортсмен примет участие в соревнованиях «Олимпийские надежды». Они пройдут в сентябре следующего года.